Ростовская академия самбо, какими приемами партия в основном пользуется, какими удержания, какие болевые, какие у нас более развиты, какими более лучше преобладаем и больше пользуемся на соревнованиях. Вот, значит, в свое время Игрушкин Николай Баранов делали удержание, от которого 100 раз делали человеку, и 100 раз они получались на всех. И потом уже мы стали делать эти удержания, и более младшие. И наши дети. Да, наши дети. И дети наших детей. Вот я сейчас покажу удержание и эти нюансы переходов на удержание. Вот соперник стоит на четвереньках, если на четвереньках стоит, значит делаем очень быстро переход на удержание. Или захват здесь, здесь, такой. Перешли на удержание. Еще раз медленно показываю. Перехватываем захват, когда соперник стоит на четвереньках, не сжимается. Значит, сразу же одновременно идет нога и рука вот сюда под голову, если соперник не сжатый. Такое движение сюда. Вот движение сюда. И левой рукой тащим на себя, переворачиваем. Вот, перевернули. А когда уже рука здесь заряжена под шеей, мы уже потихонечку его здесь переворачиваем и выходим. Отворачиваемся головой от него. Мертвого удержания. Нюансы такие, что, например, если он лежит на животе, соперник, ложись на живот. Вот, лежит на животе, сжался, не дает делать удержание. Прихватываем или здесь вот за курточку, или здесь за, вот здесь вот, за отворот, вот здесь или здесь, ну или просто за рукав. Просто ваша задача перевернуть его на себя нужно. Взяли, вот здесь перевернули. И здесь уже начинаем работать и смотрим на действие соперника. Если он дал здесь руку просунуть, вот руку просунуть, значит, что мы делаем? Тоже за, или за шею, или просто себя взяли вот здесь за отворот. Вот. За отворот взяли и скидываем его. Ни в коем случае вот эту руку нельзя отпускать, она наоборот натягивается плотнее, и начинаем переворачивать. Вот, перевернули, этот как за отворот себя держали, так и держим. Переворачиваемся и обязательно голову от него отворачиваем. Вот, отвернули. Тоже из мертвого держания. Еще нюанс такой, что если переворачиваем соперника, вот, перевернули. Вот он эту руку здесь прижал, не дает. Здесь вы не можете никак руку закинуть ему за шею. Что в этом случае можно сделать? Просто поднять его соперника на себя. Вот, подняли на себя. Здесь уже рычаг меньше. Вот она рука уже от шеи. Если снизу, здесь я не могу дотянуться до шеи. Рычаг очень большой. Чуть-чуть на себя скинули, вот он рычаг под шею. Здесь уже в два раза легче перевернуть. Здесь никак, здесь выше подтянули за шею или себя вот тут за отворот схватили. И все, и захват есть здесь, отсюда уже начинаю переворачивать. Перевернули, голову отворачиваем от соперника. Уже опытные борцы уже знают, как все защищаться, как чего. В этом случае что, тоже переворачиваю я его сюда, вот, переверну. Он не дает мне уже никак просунуть. Сюда, не сюда. Что, вот этой рукой можно взять сверху вот здесь за пояс. Вот взяли за пояс. Не здесь за пояс, чтобы он, если я здесь возьму за пояс, он обязательно вот сюда ушел. Обязательно сверху. Руку сверху, да. Вот здесь. Вот здесь, да. Плечо отключить ему. Отключили. И уже на него не выходим. А с плотным захватом скидываем его и уходим на него. Вот такое положение. Плотное. Никогда, когда переворачивается соперника, никогда не надо торопиться, а посмотреть на действия соперника, что будет делать соперник в этом положении.
Вот, просто вот эту руку можно отпустить, и как бы их фехтовать, ножкой контролировать, он начинает или сюда уходить, здесь прихватили, или начинает руки сам поднимать, непроизвольно, раз сюда заправили. Здесь уже контролируем соперника и смотрим, что он будет делать. Вот когда сделали, например, удержание, вот, отсюда сразу переход на болевой на руку, тоже с плотным захватом. Прихватили, уже руку отпускаем и выходим на него плотно, с плотным захватом. Это Сережа уже судьи должны работать, не дадим.